Всем доброе утро, ребят, особенно ночным бравльщикам. В общем, у нас сегодня обзорчик акций, и сегодня еще раз покажу тех, кто не были на стриме, что делается на немке и как там офигенно все-таки делают акции для народа. В общем, начнем с английского сервера. Настолочка у нас появилась. Или это второй день? Не, это появилось, скорее всего. Но ничего на ней не поменялось. Настолка, бонусы. Остальные акции все для доната. Бинго, островок. Ничего такого интересного нового нет. Такс. В общем, здесь все понятно. Поехали сразу на немку. Сейчас посмотрим, что у нас интересного на немке есть. Блин, это солнце с утра, конечно. Просто трэш. Такс. Let's go. Немецкий сервер. Ну, помимо вот этой акции и офигенного, как я считаю, обмена, который должен быть на любом сервере. Здесь вот вчера ребята подсказали. Блин, я вообще за эту акцию забыл забрать ее. Надо 27-го сегодня последний день. Кстати, сегодня надо будет позабирать. Здесь есть вот такой вот пунктик. И открывается обычная сокровищница, которая есть и на русском сервере. Но прикол здесь в том, что внимательно посмотрите. Подсумки 5, там рунки, пакет, 10 левел, талант, пыльца. 10-я сумка, если я не ошибаюсь. Оккультист, зефир и фобус. Вот именно зефир, ребят. Если здесь была возможность собрать зефира за монетки, ну, то есть не за монетки, а за итем и на ролл, то сейчас, помимо того, что зефира дают еще и в обмене, есть возможность его без проблем просто тупо собрать. Ну, получить страты, это реально круто. На русском сервере тоже классно начало падать, но, конечно, там зефира нет. Ну, там есть феникс и остальные землеройки добить, но зефира я не знаю, когда там буду давать. Здесь есть возможность огника собрать и другие герои в розу, то есть это вообще без проблем собирается. Вот у меня тут 100 там с хреном осколков, я вообще не играю. Так, места у нас не хватает. Поосвобождать места. Позабирать плюхи, чтобы не пропали. В общем, такого трешечка, как на немке, ну я не знаю, только единственный сервак, кто так прям конкретно, это, наверное, Тайвань. Там тоже очень обалденные акции есть. Так, сегодня что у нас, пятница? Это сегодня время фарма. Как обычно. Надо будет сегодня зафармить. Адский режим, который, блин, в прошлый раз просто тупо я охренел. С того, что я увидел там. Такс. Чего? Ну, после 10 где-то, наверное, скорее всего, обновят акции обычные. Вот посмотрите внимательно.
осталось еще 5 дней, что вы можете получить. Вот у меня уже на 2 сумки есть Zephyr. Пыльца, ну в общем вообще кайф. 30 на карту. Надо будет пофармить командные. Сегодня пофармим, попробуем зафармить, получить плюхи. Но единственное, что здесь вот падают плюшки с арены, с определенных локаций, с подземок. Сделали так, что палатки не падают. То есть, соответственно, вы палатки только в определенных моментах можете получить, в определенных локациях. Народа, конечно, здесь, судя по арене, мало играет. Ну, наверное, на каждом сервере количество народа уменьшилось. Здесь количество этого и не было раньше, но здесь, хоть видите, есть шанс пофармить. Ребята реально поснимали дефы свои. Вот, палатка опять. Надо усиленно фармить, даже карты надо фармить, если у вас они есть. Потому что плюха реально... Плюхи очень крутые. Вот еще палатка. Супер. Залез в топ-1000. В топ-1000 арены аккаунтом, которым вообще не играю. Так, ну дальше, наверное, все. Дед Женя, нифига себе, дед. Дед, я надеюсь, у тебя там бочка не мега имбовая. Блин. Нормально, кстати, фармится. Сейчас таки до топ-1 дойдем, ребят. Тут уже пожестче начались, ребята. Дерево. Интересно, ушатаем дерево со второй авой или нет? Как думаете? В принципе, роза может. Дерево-то, по сути, ж не атакует. Изи просто. Идем, короче, в топ. Не, ну это жестко. Все, последняя наша попытка. Ну, нормально, я считаю, зафармили. Смотрите на моих героев. Они еще и сопротивляются вторым эволюциям. Вообще жестко. Была бы, конечно, фрейка, было бы все попроще. Вот так вот. Итого, что у нас... И того. Кстати, не могу из-за того, что забит склад. Шестьдесят таких. Ну вот смотрите, пожалуйста. 28 я уже нафармил. Супер. Надо еще командный будет сегодня побегать. Так, опять места не хватает. Не, места вроде хватает.
В общем, такие вот дела, ребят, на немке. Блин, реально круто. Что можно сказать? Реально сервак сделан для людей. Так, надо будет 60 тысяч апнуть. Поехали дальше. Поехали, чекнем, что там на русском. Нормально мы залетели в топ. В топ арены. Локация, которую никто не играл, но на немке нашли способ, чтобы люди начали хоть немножко фармить ее. Затонувшие сокровища. Ну, понятно. Донатная хрень. Русталка. Добыча пирата. Че, на русском поменялось что-то или нет? Ничего не поменялось. Парящий остров, подарочки Авера. Фонтан, я не знаю, на русском сервере такое ощущение, что они вообще забили и забыли, что есть такая локация. Но сегодня на русском трэш, короче. Нифига нету толкового, понятно. Кстати, регистрацию открыли или нет? Интересно, интересно, интересно. Где там гильдия моя? Ты чувствовал, когда так долго не заходил, что потерял свою гильдию? Пиздец. Где ты? Ау! Блядь, не вижу. Киньте, не вижу. Вообще писец какой-то творится. Ты чувствовал, когда провтыкал? Где ее спрятал? Хрен его знает. А, вот оно, блядь. События, атака фортов, эра войны, регистрация не открыта. Вот так вот. Регистрация на русском сервере до сих пор не открыта. Ну, как обычно. Так, хорошо, поехали дальше. Поехали на... Тайвань еще чекнем, что там интересного есть. За питомцев нету ничего интересного. Но здесь, видите, здесь свои приколы. Здесь можно монетки получить, и здесь можно по-другому собрать нормально осколков зефира по 8-10. За 3 дня по 30 осколков свободно собирается. Вот. Плюс 8 осколков, вообще изи. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.